Иди отсюда. Получишь. Уйди отсюда. Иди из моей комнаты. Телефон мой, да? Вали отсюда. Телефон мой, дай сюда. Телефон мой, дай сюда. Ты что, охерел? Ты что себе позволяешь, а? Ты что ты позволяешь? Врываешься ко телефон мне в квартиру. Телефон мне давай. Ты зачем ко мне в квартиру врываешься? Ты мой телефон. Ты зачем забрал. Пришла ко мне? Телефон мой, дай. Скажи, зачем ты ко мне пришла? Потому что ты... Телефон мой, дай. Объясни, сюда. Объясни, зачем ты... Ты украл мой телефон. Зачем ты ко мне пришла сейчас? Потому что ты после 10 часов шумишь. После телефон. Скольки часов? После 10. Сейчас сколько время? Мой телефон дай сюда. Ты украл ты мой зачем телефон, ты забрал мой телефон. Ты сейчас зачем? Это... Ломилась. Это неправосудно. Ты забрал мой телефон, да? Ты сейчас... Ты сейчас выйди из моей квартиры. Выйди из моей квартиры. Телефон мой, выйди дай сюда. Выйди из моей квартиры. Ты мне забрал телефон. Я тебе отдам его. Я тебе объясняю, что это моя личная жизнь. Это моя квартира. Ты забрал мой телефон. Ты не имеешь ко мне права вламываться, поняла? Ты забрал телефон мой. Ты украл. Ты украл мой телефон. Все. Я напишу сейчас. Ты украл мой телефон, ты забрал. Ты давай понимаешь, сюда телефон. Нет слова. Ты врываешься в мою телефон мой, личную дай сюда. Квартиру. Ты зачем телефон ко мне? Телефон мой сюда, давай. Я тебе отдам, я тебе хочу объяснить. Ты я не прав. Ты не прав. И не надо меня снимать, ясно? Так, вали отсюда. Забирай телефон и вали отсюда. Все, ты иди отсюда. Выходи. Ты не сломал телефон еще. Это ты его сейчас бросила сама. Ты сам брось. Выходи. Выйди из моей квартиры. Ты покинь мою квартиру. Выходи отсюда. Или я тебя вышвырну сейчас отсюда. Я не буду. Выходи пока из моей квартиры. Не приедет. Вали отсюда. Выйди из моей квартиры, я сказал. Ты не прикидывайся тут. Скорую вызвать? Вызывай скорую. Вызывай. Проверим тебя. У тебя что, нога сломалась? Я сказал, выйди из моей квартиры. Да, да, да. Что у тебя случилось? Ну-ка покажи. Покажи, что у тебя случилось. Ну что там, давай посмотрим. У тебя травма там или что? Ты что, издеваешься, что ли? Ну а что ты? Ты зачем вообще? Ты меня сейчас ударила. Ты вообще что ли дебил? Да ты сейчас на видео это было, ты на меня накинулась. Ты вообще что ли дебил? Ты на меня накинулся. Выйди из моей квартиры. Тебе нужна скорая, нет? Давай скорую вызовем. Скорую вызовем? Вызвать, нет? Вызвать скорую или нет? Что там? Что там? Да не прикидывайся ты. Давай вызовем. Давай вызовем. Пошел нахер, блядь. Что ты снимаешь-то? Выйди из моей квартиры, я сказал. Из моей... Ты мой телефон сломал. Покинь мою квартиру. Ты уже нормально у тебя с ногой? Ты уже все про... О, все схватил. Ты совсем уже, что ли? Я сказал, выйди из моей квартиры. Где мать твоя? Зачем ты мать даже выжил свою. Я мать свою не выжил. Она в гости уехала. Она в гости уехала. Не надо. Выходи из моей квартиры, я еще раз тебе говорю. Нечего тут делать тебе. Ты тоже издеваешься. Ты тоже издеваешься. Я тоже буду снимать. Выйди из моей квартиры. Ты не понимаешь слова или нет? Ты мой телефон уронил. Ты не, вообще, ты адекватный? Ты забрал мой телефон. Я ты тебе, мой забрал ты телефон, ко мне ломилась вот в квартиру. Ты ломил... Не надо. Ты меня это сама... Ты что вообще делаешь здесь? Вот не надо. Что ты здесь делаешь? Ты забрал мой телефон. Ты что делаешь у меня в квартире? Ты у меня украл телефон и не хотел мне отдавать мой, ясно? Слушай, иди... А потом ты уронил меня. Не надо врать, а? Ты зачем по моим тапкам ходишь? А ты специально это делаешь? Врать не надо, а? Выходи из моей квартиры. Выходи. Ты совсем уже это сама придурок, что ли? Я тебе еще раз говорю, это моя личная квартира.
А вали моя отсюда. Личная жизнь не надо. Ну вали, ты... живи там, где хочешь. Иди отсюда. И не надо моему сыну, блин, стучать в потолок, ясно? Какому тварь? Твоему сыну, блин? Ты чё вообще? Если кто-то там стучит, и не надо стучать, да ясно ты посмотри мне? На себя. Ты посмотри на себя. Ты на себя посмотри. Ты чё орёшь-то? Ты вали из моей квартиры, я тебе ещё... Ты вообще не работаешь, вообще не работаешь. Ага, смешно. Иди отсюда, иди. Ты сам иди. Ненормально. Ты вообще не работаешь, ты ненормальный. Ты стоишь у меня в квартире, и ты что тут делаешь? Ты что тут делаешь? Я живу здесь, ненормально. Да, ты мой телефон забрал. Слушай, вали отсюда. Не надо брать, вали, а? Вали, давай, проваливай. Ты зачем пинаешь мою обувь? Ты же вообще нормальная, нет? Ты совсем уже что ли? Вали из моей квартиры, ты понимаешь слова или нет? Пошла в жопу отсюда. Нечего мне стучать, ясно, ночью. Вали ты отсюда, нахрен. Понятно? Вали, проваливай. Вали из моей квартиры, давай, газуй. Ноги в руки и пиздуй отсюда. Все? Записала? Теперь дергай отсюда, нахрен. Дай дверь закрыть. Нечего стучать, ясно, по ночам. Ну да, снимай дальше. Ну еще. Че ты? Ну. Стесняешься, что ли? Че стесняешься? Ну, ты все, вообще давай. Ненормально, что ли? Проваливай. Проваливай давай. Ты ненормально, что ли? Проваливай. Так, ты опять? Тебя кто-то звал сюда? Иди отсюда, не хлопай моей дверью. Вали отсюда. Тебе всех в больницу вызвать? Вали отсюда, я сказал.